А на заседании Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии говорили о проблемах утилизации отходов. Парламентарии, представители различных ведомств не ограничились кабинетным обсуждением проблем, а выехали на Пихтулинскую свалку, биологические очистные сооружения и место строительства полигона ТБО в Новочебоксарске. Свалка ТБО в Чебоксарах у деревни Пихтулина уже 50 лет, при том, что срок ее эксплуатации 20. Сюда привозят отходы от населения и промышленных предприятий городов Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района, где проживает около 50% жителей республики. Около 200 тысяч тонн мусора ежегодно складируется на Пихтулинской свалке. Площадь загрязнения территории более 30 гектаров. Эта свалка однозначно изжила себя. Это понимают и чиновники, и жители Чувашии. Но закрыть совсем ее пока невозможно. Для этого необходимо, чтобы заработал полигон ТБО в Новочебоксарске. Очень большая проблема с этой Пихтулинской свалкой. То, что мы все уже знаем. Во-первых, она уже там отслужила, можно сказать, свой срок. И во-вторых, там надо уже пора, давно уже пора, значит, применять уже современные там технологии хранения и переработки мусора. В целом хочу отметить, что, значит, естественно, работа спецавтохозяйства по приемке мусора, значит, налажена довольно-таки, значит, серьезно. Есть, конечно, определенные какие-то замечания, которые будут у нас отражены резолюционно еще потом по итогам выездного заседания. Завершение рекультивации Пихтулинской свалки запланировано на 2017 год. Объем финансирования по проекту 240 миллионов рублей. Из федерального бюджета 168 миллионов и 72 миллиона из республиканского. Получается, часть многомиллионных расходов ляжет на плечи налогоплательщиков. Пока здесь работает техника, которая трамбует мусор, необходимо закупить еще измельчитель для облегчения работы. На Чебоксарском полигоне все сделано по современным технологиям, утверждают представители власти. Вред природе минимализирован. Вокруг полигона, вот этой карты, будет пробурена специальная скважина. И будет специальный мониторинг подземных вод по качеству воды. Новочебоксарский полигон начали строить 3 года назад. С первым подрядчиком пришлось расторгнуть договор за невыполнение обязанностей. Сейчас работу продолжают компании «ГЭС-строй» и «Воддорстрой». В этом году планируют завершить строительство первой карты. Завод нужен для того, чтобы часть мусора отправлять на переработку, а остальную часть хранить в виде брикетов в спрессованном виде. Это позволит продлить срок службы полигона ТБО как минимум до 40 лет. Отсюда на биологические очистные сооружения будут откачивать фильтра, трубы уже проложены. Все бы хорошо, но новочебоксарцы не перестают жаловаться на зловонный запах. Обвиняют в этом босс. Хотя на предприятии заявляют, что максимально избавили новочебоксарцев от неприятного запаха, благодаря введенному в строй автоматизированному комплексу. Замминистра природных ресурсов заметил, что одна из следующих мер – расширение зоны распыления реагентами. Ольга Пырочкина, Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.